Стань реальным магистром знаний, заходи в группу умнейших людей 21 века, которые считают политику нашего времени скучной, почитают эстетику и многовековое искусство и находятся выше обыденности. Зачем вы заставляете представлять вас как Елизавету Андреевну? Вы не Елизавета Андреевна. Я Елизавета Андреевна. Нет? Да. Нет? Вы же Монеточка. Но я хотела как-то это скрыть от вас. Как же можно это скрыть, когда вас знают все? Вы что, голубушка, вы популярный человек. Вы знаете, как вас любят? Во. Покажите. Молодец. Кстати, молодец. Что-то новое. Необычное, чего, вообще говоря, мало кто по сегодняшнее время нам ожидал.